Меня зовут Нина. Первый прыжок. Если есть что сказать? Нет. Нет? Я не знаю, что сказать. Говори с нами. Прыгаешь. Ну, они тоже, знаешь, в конце там заключительное слово, там я сказала. И они мне говорят, ну, какие я их не вижу. Разбираетесь в этой теме, как бы тут вообще без вопросов. Вон высокие четыре, видишь? Туда? Да. Да. Так, отталкиваешься как можно дальше и выше. Я здесь пролезу? Нет. Это было бы легче и проще. Не, ну ты, конечно, можешь, только веревка туда вот так вот пойдет. Угу. Пока ты будешь лететь, раза четыре в трубу успеешь. Ой, привет. Блин, это очень страшно. Ну ладно. Вот Женьке-то работа привалила. Вот с ней девочка. Божечки мои! Нина, смотри на меня, маши ручкой. Там, наверное, в глазах только страх и больше ничего. Ну, есть такое дело. Глазенки большие. Подевай левую руку. Я не хочу. Так, вот руку бери веревку. Уже поздно не вот хотеть. Так. Уже да. Помнишь, да? 3, 2, 1 прыжок, сразу прыгаешь. Куда сейчас? Я не влезаю. Подходи к краю. Самый раз, да? Боже мой, я не могу. Не упадешь, не бойся. Меня трясет. Нормально. Давай сюда. Я не могу. Давай, я тебя подержу немножко. Ну, пропусти это горло. Я сейчас тебя пускаю. Все, ты сама стоишь. Ручки в стороны. Готово. 3, 2, 1, прыжок! Молодец, какая! Прыжок! Круто, но там наверху очень страшно. Вот сейчас уже клево, сейчас отпустила. Как прыжок? Прыжок клево, но, блин, очень страшно, это жестко было. Не было бы так страшно, не было бы так интересно. Страшно было на мосте, когда перелезаешь, и это, как подойди, я говорю, я не могу. Ты чего такая легкая? Ты все равно смотри. Как образом тут все пытался ехать, но обратно. Рассказывай. Самое страшное — это перелезть через перила и подойти. И подойти, да? Да, ну, Женя, да, парень? Бородатый?
Да, да, да. Но там больше нету. Бородатых. Ну, Юра вдруг бросила. Или Ксюха он, не рассмотрел. Нет, он меня держал. Там просто лилипутскими шагами двигалась, ну, краю. Ты же справилась. Я представляю, у меня там все лицо, наверное, перекосило от страха. Нет, свободно. Передай приветы всем. Привет. Маме. Кто там? Маме, девчонкам из УД. Смотрите.